Здравствуйте, друзья! Приветствую всех на канале проекта SimpleBot. Сегодняшнее видео посвящено обзору скрипта, который был на прямой трансляции. Видео небольшое. Описание алгоритма работы скрипта, конечно же, здесь не будет, потому что это закрытая авторская информация. Скажу в следующем, то есть что-то вы видели уже сами, к сожалению, не удалось перезакуп показать вам, то есть уронить бот в перезакуп, чтобы он ушел. Но уже времени просто не было больше ждать, там, чтобы трансляция шла месяц, что ли, как бы никому не интересно. Вот этот скрипт для биржи Ubit работает, ну, вкратце, в принципе, могу рассказать по алгоритму, работает он по обоим стаканам, в зависимости от условий, которые на монете складываются. Никакие индикаторы в своей работе он не использует. Вот. Работает, еще раз повторюсь, как по стакану продажи, так и по стакану покупки. Может работать либо по обоим стаканам сразу, либо по одному стакану продажи, либо по одному стакану покупки. То есть алгоритм такой достаточно объемный работы, и работать он по нему начинает в зависимости от условий, какие вложились на монете. За полтора месяца тестов ни одного слива не было. Но, к сожалению, вот из перезакупа не удалось показать вам, как он выходит. Защита от перезакупа у него здесь срабатывает автоматически. То есть ряд условий есть, исходя из вашего депозита, из состояния монеты. Из состояния рынка скрипт определяет, что 100% есть возможность перезакупа. Срабатывает защита, он сохраняет часть депозита, часть коинов и продолжает дальше спокойно работать. Если создаются условия для продажи всего в плюс, все это продает, также выбирает, в какой стакан ему это слить, в правый или в левый. Вот, либо может разбить эту сумму. Опять же повторюсь, здесь все зависит от того, какая будет ситуация на монете. Более подробное видео по алгоритму работы этого скрипта, как обучающее видео, оно будет у тех пользователей, которые приобретут этот скрипт. Подобный же скрипт, подобный, ну почти такой же алгоритм, будет для бота Binance. Вот, стоимость скрипта для Ubit $100. Стоимость для Binance $200. Скрипт будет не закодирован, то есть он будет открытым. Можете в этом сами разбирать его, изучать, ну то есть как вам будет угодно. Может быть, заходите какие-то свои эксперименты с ним. Ну, скрипт кодировать не буду. Почему кодировать не буду? Потому что смысла нет кодировать. Ну, я, по крайней мере, в этом не вижу. Я думаю, что в массе своей люди все равно все адекватны. И отдать те же там 6 тысяч, либо 12 тысяч, и тут же кому-то его подарить, чтобы кто-то воспользовался этим, да? То есть, ну, по сути, получить себе убыток. Поэтому смысла в кодировке его не вижу никакой абсолютно. Будет открытым скрипт. Работает на любой паре биржи. На Ubit вот этот скрипт, что тут на Binance будет работать. Вообще на любой паре никаких ограничений там нет. Делает все автоматически. Но за исключением, там нужно будет выставить только там два значения. Это минимальная покупка на монете. Вот. Как бы и все, наверное, это все, что я пока могу рассказать по этому скрипту. Слегка об алгоритме. И немного о стоимости. Все, спасибо большое за внимание.